Вес, у меня еще там будет эмоциональная энергия, я их тоже буду выводить, если они тебе интересны. Я могу их тебе отдать в дорогу, когда буду отпускать. О, там много будет, я подожду. Хорошо. И еще, Бес, скажи мне один вопрос такой. Каким ты меня видишь? Есть люди на Земле, которые утверждают, что я демон. Ты видишь во мне демона? У него глаза расширились. У меня тоже расширились. Я просто хочу, чтобы ты описал, как бес видит меня, мое тонкое тело. Кем ты меня видишь? Объясни. Тебе пальцем на тебя показывает, говорит, ты демон. Есть люди на Земле, которые утверждают, что я 70-герцовый демон или что-то такого плана. Но это... Мне просто интересно, как бес видит меня. Вот так. То, что они он говорят... Он смеется. Не знаете вы нашу силу. Не играйте так с цифрами. Я знаю ваши цифры. Я просто тебе говорю. Опиши, пожалуйста, кем ты меня видишь. Он говорит, все здесь в мире связано. Кто как видит, тот того и позовет. Абсолютно верно. С этим я не могу с тобой не согласиться. Но опиши, пожалуйста. Мы все слышим. Кем ты видишь меня? Ангелом или демоном? Он не понял вопрос, он вообще не понял, о чем ты говоришь. Что тут и так все ясно. Крылья. Ладно, хорошо, все. Я это не для себя спрашиваю, я просто спрашиваю для определенной группы людей, которые почему-то утверждают, что я являюсь демоном. Но поскольку они видят демона во мне, как ты и сказал, они его к себе и притянут. Каждый видит то, что он хочет. Ладно, хорошо. За эту информацию я благодарен. Поехали дальше. Мы переходим к процедуре. Сейчас бес все забрал. Переходим к процедуре рассержения. Подожди. Да. Он знает, что говорит. Да. Что в тебе много космических энергий, которые несовместимы с 70-герцовыми бесами. Угу. Понятно. Там защита стоит у тебя. Все верно. Твоей души. И не только защита, но и защитники. И ты это все видишь, да? Вижу. Кто не видит? Ну, есть такие, которые не видят. Наверное, те, которые утверждают такое. Ладно, не буду твое время задерживать и так далее. Давай. Это да. Очевидно. Это очевидно. Хорошо. И за этот ответ я благодарен. Поехали. И я даю команду на рассинхронизацию Татьяны Сы. Есть. У нас должен остаться ящер и бес, да? Да. Хорошо. Конструкция ящера. И конструкция ящера. Хорошо. И выходит эмоциональный фантом Татьяны и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. Ей же сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня много вышло. Хорошо. Татьяна, вы видите эту энергию? Вы готовы с ней расстаться? Готова, да. Хорошо, сворачиваю эту энергию в шар 1, 2, 3 и спрашиваю беса, забирает ли он ее. Забирает. Отправляю бесу. Это для них деликатес, насколько я помню. Готово. Хорошо, бес, готов уходить? Готов уходить. Он говорит, ты так больше не верти. В каком плане? А, насчет этого, ты ангел или демон? В плане твоего вопроса. Ну, я понял, насчет ангела и демона? Да. Я все понимаю, ты пойми, это я не для себя спрашивал. Мне просто интересно этим людям поставить ответ настоящего беса. Пусть он скажет, каким он меня видит. Потому что вот есть люди, как я полагаю, подключенные к этим же демонам, которые показывают меня как демона. Ладно, оставим этот вопрос. Я думаю, ты остался не в накладе, получил все, что ты хотел. Готов уходить? Готов, отпускай. Отпускай. Открываю внизу портал против часовой стрелки. На частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня ящер 321, 14 лет сидел в биополе с конструкцией. Все. От биоматериала там было внутри... Все, что можно воровать, он воровал. Много их стало, заберут его. Хорошо. Если ты говоришь, много стало, я их только и вижу. Этот, видимо, давно сидит. 14 лет. Походу он там... Грелся. Да, так и есть. Не забрали. Хорошо, все, пишите письма мелким почерком.